Для всех двери должны быть открыты и в мир больших возможностей, уверены волонтеры и ученики музыкальных школ Самарской области. Благотворительный конкурс талантов они устроили, чтобы собрать деньги в помощь общественной организации инвалидов-колясочников «Десница». 3 года назад пришли туда и сказали, чем мы можем помочь. И вот в течение 3 лет мы реализовали несколько интересных проектов. Компьютерный класс, он сейчас работает. Мы организовали им видеомастерскую. Конкурс «Самарские таланты» не первая творческая инициатива в поддержку «Десницы». И с каждым разом эти акции собирают все больше сторонников. Много деток очень откликнулось именно вот в данной ситуации помочь. Это очень радует. Сотрудники ассоциации «Десницы» стараются, чтобы Самара стала городом, доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас достаточно бурная деятельность. Мы работаем на средства грантов, занимаемся инклюзивным образованием, сопровождаем трудоустройством, интеграцией, созданием вот сейчас доступной среды в городском округе Самара. Дел очень много. Пока городская среда еще не везде доступна, в череде дел и задач инвалидам-колясочникам помогает специально оборудованный автомобиль, который они зовут «Пламенный мотор Десницы». Именно на его обслуживание и содержание собирали частные пожертвования волонтеры. Свой маленький вклад в доброе дело может внести каждый, уверяют инициативные самарцы. Главное – желание. Айгуль Зиганшина, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.